пока собаки отдыхают. Это хочу для тех ребят, которые только там собираются завести молодых собак легавых. Ну, я буду говорить конкретно по дротхаров, потому что у меня уже четвертые дротхары, то есть третья и четвертая. Было две девочки. Вот две девчонки, эти молодые. Это почти 11 месяцев, это почти 9 месяцев. Значит, не надо никуда торопиться. Вначале будут погонки, вначале никто не будет слушаться, челнок будет плохой. Челнок у нас уже хороший, когда ветер нормальный, вот сейчас ветра нет, ни о каком челноке речи идти не может, но в принципе, как бы они меня слушаются, собаки управляемые, они управляются рукой, они управляются свистком, а по поводу перепела, куропатки, меня больше всего интересует погонка по перепелу. Вот, уже практически ее нет. То есть время и тренировки. Это то, что я могу сказать. Просто отрабатывал команду стоять. Когда сейчас стали гнать, последнее время, я вот сейчас неделю уделял тому, что вплоть до того, что идут по полю со мной рядом, стоять опять. Ко мне рядом опять стоять. Нормально идти. Широ! Стоять! Рядом. Стоять! Рядом. Стоять! Рядом! Бегут челночат, бегут ко мне, бегут от меня. Команда, стоять! То есть, чтобы они в любой момент, после выстрела, перед выстрелом, выполняли команду стоять. Да? Нет. Отдохнули вы? Молодцы. Так, вперед, работаем. Стоять, Шира! Стоять! Вот хорошо! Вот это молодец! Стоять, Шира! Шира! Стоять! Стоять! Молодец! Иди ко мне! Умбра! Ко мне! Ко мне! Понюхай, давай, нюхай здесь, дед! Молодец! Как ты его причуяла! Молодец! Молодец, моя девочка! Молодец, умница! Молодец! И остановилась практически вовремя. Хотя бы так, каждый раз все уже будет неплохо. Ну, прогресс очевиден. Ну, что такое? Птичек здесь видел других. Да, сидели птички, я их видел. Это ненужные нам птички. О, еще одна перелетела. Фу, сейчас будем идти назад по ветру, но спущусь на фазанью тропу, там где кушери, где фазаны, запах сильный. Стоять! Я ошибся. Стоять! Стоять! Умничка, молодец! Молодец, умница, ты меня радуешь. Шира! Стоять! Стоять! Вот еще один полетел. Я не удивлюсь, если сейчас еще один взлетит. Молодцы, молодец. А я на тебя наговаривал, что птичка другая. Ну что, девочки, сейчас еще кто-то подымется. Два, навряд ли. А где мама ихняя? Вот где они сидели. Как у них тут все красиво. Молодец. А, вот фазанячьи какашки. И что здесь? Молодцы, молодцы. Стоять. Хорошо. Не надо ловить никого. Молодец, это ты умничка. Молодец, ты умница стала. Ты моя маленькая умница. Это ж надо прямо рядом с нами.
вот поле убрали с пшеницей рядом, да? Угу. Какая красота. Опять же, ветра нет. Молодец, 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 малышок. Хорошо, со стоечкой перепела сработали. Бежала, бежала, стала. Что там такое, Умбра? Стоять! Что такое? Ты скажи, перепел. Молодец. Нифига себе, заросли. Все, никого не ловим. Ко мне обе. Ко мне. Все, 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 харе, харе. Все. Все, ты своего добилась. Все, выводок, понятно, они уже взросленькие такие. И сюда, ко мне, иди сюда. Умбра, ко мне. Молодец, молодец, иди ко мне. Ко мне, молодец, умничка. Это ты начала вот здесь, отсюда. Фух, ну метров 30, метров 30. Ну, я не вижу стойки мертвой, Умбра. Что у нас? Вперед. Не вижу, не вижу, стойки. Давай, ищи. Широ, вперед. Вперед. Давай, 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 давай. Тяни, тяни. Вперед, здесь, здесь. Стоять! Одиночная куропатка. Стоять! Широ, стоять! Стоять! Не надо ко мне идти! Стоять! Стой! Широ, стоять! Умбра, стоять! Молодец! Третья работа сегодня. У нас полный набор. Перепелка, фазан, куропатка. Молодец! Умница, умница, умница. Ну, разрешаю. Иди поищи еще. Вперед! Ищи, ищи. По одной они редко бывают. Посмотри еще. Посмотри. Хорошая куропатка, взрослая, прям большая. А вот и выводок есть. Стоять! Хорошо, никого не поймали. Нельзя! Так, красота. Это 100% дамба была. Здесь пруд был 100%. И здесь, и там. Вода текла. Опа, а мы стали. Ёпары с этой, пока папа болтает. Сидь! Сидь! Ищи, ищи. Опять фазан, что ли? Сидь, молодец! Какая ж ты молодец, а! Ну, елки зеленые, я просто сегодня просто офигеть. Сейчас еще подымется. Еще подымется сейчас. Вот не зря ты стояла, а. Поищи, поищи, поищи еще. Не может один быть он. Вот они бежали. Ох ты, а тут вытоптано все ими. Ой, ромашки. Наша волпойка. Вот
вот еще. Но я говорю, не может один быть, по-любому. Вот он. Да. Ой. Это в колючку. Ой, красота какая. Четвертая работа сегодня. Вот еще. Нельзя! Иди ко мне. Я понял все. Иди сюда. Умбра, иди сюда. Ты нашла выводок все-таки. Я думал, это маленький, это взрослый. Иди сюда. Почему остановил собак? Почему не даю им ходить там? Я знаю, еще фазанята здесь сидят 100%. Им очень тяжело вылететь из этих кущей. Вон они там сидят в этих, скажите мне, в колючке в этой, которая цветет. Она их поймает по счету раз, всех попередушит. Поэтому надо уводить собак. Это нам ни к чему совершенно. Чтоб они ловили, совершенно не надо. Они должны расти. То есть это нельзя делать. Этого делать нельзя. Поэтому собак... Все, работа была. Стойку показали обе. Сработали. Потянула, подняла. Хватит. Пошли. Иди ко мне. Рядом. Стоять. Рядом иди. Пошли. Все. Стоять. Зараза, из-под ног поднялся. Ну понятно, все, стая большая. Я не пойму, это второй выводок, что ли. Вот тоже молодые поднимаются, но они уже не маленькие. Вот вам команда стоять. Все, она отработана. Закричал, остановились обе. Молодец. Подойди ко мне, Умбра. Умбра, подойди ко мне. Молодец, умница. Собаку похвалить. Умница, молодец. Все, постоим, успокоимся. Так, все, сядь, посиди. Все, успокаиваемся. Стоять. Рядом. Какие цветы, вау. Ну, наконец-таки, что могу сказать, наконец-таки. Моя работа начинает приносить результаты. Сегодня я прямо, наверное, первый раз в очень хорошем настроении. 4, уже я запутался, или 5 великолепных работ. Все со стойками. Учитывая, что травы практически нет. Все с хорошего расстояния. Команда стоять выполняется. Так, как положено. Естественно, там никто не замирает. На лету еще никто. Нам еще работать и работать. На лету никто не замирает. Но команда выполняется. Скажем так, соревнования нас бы никто не снял. Сегодня мы бы получили диплом 3-й или 2-й степени по фазану. И квапатку сработали. И перепел. Не знаю почему. Но... То есть, великолепные работы. Это у нас молодец. Так что... Поработал 2 месяца. И теперь начинает работа сказываться. Приехал на Косогоры. В районе пруда. Вон он пруд. Набежала сверху. Запах свинины. А вот гнездо. Вот гнездо прямо. Ой, я первый раз гнездо увидел. Взять.
Стоять! Великолепно, молодец. Стоять! Два перепела поднялось. Ну, отсюда он поднялся, в принципе. Что ты стоишь? Здесь второй поднялся. Запах сильный, да? Молодец. Так, Умбра. Шира, точнее. Что за стойки? Что за падение? А? Молодец, молодец. Все, никто не побежал. Стойки две были, подняли. Потом малая упала. Вот это вот мне не нравится, эти световинные дела. Фух. Что там такое? Молодец, молодец ты моя. Вот ты, блин, какая заразюка, а. Стоять! Стоять! Слушай, ну это ж надо, я не поверил, а. Широчка, папа тебе не поверил. Иди ко мне, Шира. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ты молодец, ты молодец. Молодец, хвалить надо. И ты молодец стала тут же. Ну что, две работы по перепелу у нас сегодня уже со стойками. Стоять! Стоять! Стоять, я сказал! Молодцы! Вот это кайф! Стоять! Ох, я обосрался еще. Молодец! Ух, какие два кабана! Ох, какие два кабана! Молодец! 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 Они побежали! Вот это кайф! Молодцы! Молодцы! Молодцы, девочка! Я даже видел, куда он переместился. Слушай, перепел крупный какой вообще! Перепел крупнючий. Вообще. Там тоже что-то сделал. Умбра! Иди ко мне, Умбра! Умбра, встала, что ли? Твою дивизию. Ух ты! Карастель! Вот это да! Вот кого давно не видел. Стоять! Молодец! Я смотрю, кто бежит от нее. Слушай, карастеля 200 лет не видел. Вот молодец ты у меня. О, мать. Так ты с карастелем познакомилась. Иди сюда. Иди сюда. Вон, малая стоит, смотри. Стоять! Молодец, малая подняла, перепела. Ну все, ну сегодня просто... Малая стояла в стойке, команду дал, пошла, подняла. Что? Вот так вот я хожу с камерой. Камера у меня на груди. Три раза где-то перепела сработали. Вот сейчас здесь. И карастеля сработали. То есть сделала стойку, дал команду. В итоге поднялся, я не знаю, метров через 20-30, может. То есть долго он бежал. Я думаю, да зачем? Вот бежит, я ее зову, Умбра, иди сюда. Нет, бежит за кем-то. Ну, это карастель. Он убегает, как, я не знаю. Все, отлично поработали сегодня. Я просто доволен. Погода класс. Ветерочек где-то 24 градуса. Идеал для Натаски. Все, девочки, поехали домой на работку. Пошли. Взять, Умбра! Не пойду туда. Умбра, взять! Взять! Ну, вон она стоит в стойке. Фазаны, что ли? Взять, Умбра! Карастель, твою мать! Молодец, молодец! Нифига, два огромных перепела, громадных. Просто громадных, вон третий. А, это фазаны. Опа, вот тебе стоечка номер два. А ты моя умничка. Ух, ёб твою.
2 называется. Собака стоит на месте. Для меня это самое главное. Стоять нельзя, нельзя. Теперь надо, чтобы не съели ничего они. Стоять, стоять. Все, стоим спокойно. Никого не трогаем, никого не съедаем. Нельзя. Молодец. Вторая работа. Работа номер 2. Молодец. Фу, фу, фу. Все, пошли, пошли вперед работать. Нафиг, уходим отсюда. Что, еще что-то? Стоять! Молодец!